Это 1799. Розетка вполне аккуратная. Сейчас я покажу с обратной стороны. Цветоносы сумасшедшие крепкие. Вот, я их шатаю даже. Они как пружина. Цветочки. А не знаю, пахучий он или не пахучий. Полумахровые. Вот, начинает распускаться. Видно, что полумахровые. И у него лепестков как бы вот больше, чем 5. Получается, у него еще как бы добавочные между ними. Получается, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 как бы. Вот здесь лучше видно. Если мы на вот этот посмотрим. С возрастом, конечно, будет более махровый. Но пока вот я его еще не размножал. Сейчас я покажу цветы покрупнее. Наведу резкость. Я им очень доволен. И, наверное, сегодня я нарежу на детку. Так, еще раз. Номер у него 1799.